33-летний водитель маршрутного автобуса Руслан Биржанов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. ДТП произошло вечером 17 ноября 2018 года на одном из оживленных перекрестков Костаная. Следуя по улице Таусиздык в направлении железнодорожного вокзала при совершении маневра поворота налево на улицу Баймагамбетова, не убедившись в безопасности дорожного движения, не принял меры к снижению скорости, обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. При этом не уступил дорогу пешеходу Шпак, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автобуса на разряжающий зеленый сигнал светофора, вследствие чего допустил наезд на последний. Женщина-пешеход Елена Шпак получила в результате открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы свода и основания черепа. Елена, по ее словам, потеряла сознание, очнулась только на следующий день в реанимации городской больницы. Признано, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Месяц она провела в больнице, потом еще лечилась амбулаторно. Сейчас вы... Нет, почему не работаете? Трудно работать или... Трудно. Что происходит? Головные боли, головокружение. А вы пытались работать? Нет. В исковом заявлении указано, что потерпевшая требует взыскать с ответчика компенсацию причиненного ей материального и морального вреда в размере 3 миллионов тенге. Представитель Елены Шпак обещал уточнить эти требования после перерыва в заседании. Лечение после выписки из стационара продолжалось? Да. Продолжалось. Вы сейчас нуждаетесь в последующем лечении? Никакого. Пить лекарство или делать систему, как и было. И вторая операция. На процессе начался допрос свидетелей, после которого подсудимый намерен огласить свою версию событий, а также ответить на вопрос о признании или непризнании им вины. Алексей Кудрявцев, Виталий Луговской, РТН.